Сегодня глава города дала старт конкурсу для школьников старших классов, главным призом в котором будет возможность управлять городом в день местного самоуправления 21 апреля. На один день учащиеся заменят главу, ее заместителей и руководителей подведомственных организаций от их работы. Об условиях отбора кандидатов в дублеры расскажем в нашем следующем репортаже. На один день сменить школьные парты на кабинеты предстоит 20 старшеклассникам. Школьники получат возможность окунуться в самую гущу городских проблем, узнают механизмы их решений и лично убедятся, насколько интенсивен труд муниципального чиновника. В этом году формат Дня дублера изменен. Сегодня глава города Марина Трескова дала старт заявочной кампании. Молодые люди, которые претендуют на желаемую должность, должны сгенерировать идею для своего проекта. Нужно понимать, что все эти проекты, они должны отвечать требованиям времени, трендам, которые задаются федеральной повесткой политической. Всю политику органов местного самоуправления нужно сверять с мнениями населения. Исходя из этого, взрослые дети, могут уже выстроить какие-то темы для проектной деятельности. Определить актуальную тему проекта старшеклассникам может помочь отчет губернатора Ямала, где заданы цели для дальнейшего развития региона. Можно обратиться за помощью к педагогу, наставнику или покреативить с родителями. Старшеклассник Валентин Суханов претендует на должность начальника управления образования. Юноша планирует стать учителем. Уже сейчас он занимается репетиторством, и в его копилке есть ученики, которые сдали экзамен по химии на максимальные баллы. Соответственно, и проект свой Валентин посвящает подготовке к ЕГЭ. Развить больше потенциал химии, то есть подготовки к ЕГЭ по химии. То есть не больше часов, а больше элективных курсов, которые сейчас же у нас есть консорциум, так, элективные курсы. А это будут предназначены именно для тех заданий, то есть создание либо книги с заданиями, с подборкой, то есть шпаргалки, может быть, либо подсказки. А вот у Анастасии Емельяновой математический склад ума. Она будет претендовать на должность главного финансиста города. Идея проекта еще в разработке, но амбиции и желание занять эту должность высоки. Когда нам объявили о старте проекта, я обрадовалась, потому что для меня это будет хороший опыт в коллективной работе. Это отличная возможность показать свои возможности, как-то взять по максимуму какие-то новые знания, умения. Батл идей запущен. Лучшие инициативы школьников отберет созданная в управлении образования комиссия. Именно те кандидаты и займут 21 апреля руководящие должности. В завершении рабочего дня молодые управленцы представят свои готовые проекты, которые определят ближайшее будущее родного города. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».